спешить некуда. Да было чудо, касса стала в 5 утра. Походу все, приехали, Зелимхан опять звонит. По-цыгански говорит. Алло. Да, вот, здорово. Да. Там дома, на работе? В больнице. В больнице? Угу. Кто это? Что? Что стало, говорю, с тобой? Да там собака покусала. А это кто? Чё ж тебе вчера? Девочка не смогла наказать, как наказала собака, да? Какая девочка? Послушай меня внимательно. Ты сейчас, дурачка, не включай. Вот это вот, то, что ты записываешь, там снимаешь, еще что-то. Ты что, думаешь, от этого круче становишься? Ну да. Да? Угу. Твой голос узнать, пару слов, возможно, ты это знаешь. Ну и что дальше? А что, в больнице лежишь, видишь, что заболел? Говорю, собаки покусали. Чё тебя собаки так покусали? Да вот так вот. Неосторожно ходишь по улице, да? Да нет, осторожно, просто много очень псов бешеных бегают, лают, и вот одни покусали. А мать твою не съели? Нет, конечно. Че звонил-то? Да я хотел сказать то, что скоро приедет тебе. Очередной, да? Да, очередной. Че, тебе не надоело это все? Надоело, а вам? Да, тоже надоело. Ну так заканчивайте. Ну ты вот закончишь, и мы закончим. Нет, это работает наоборот. Как вы закончите, так я закончу. Хочешь, я вам заплачу за то, что вы перестали этим заниматься? Цену назови. Цену назови? Угу. Только адекватную, реально. Цена бесценная. Цена бесценная? Угу. Ну, блин. Что от этого? Тебя же рано или поздно поймают, накажут, блин. Ты же сам знаешь. Послушай, вот ну, тебе что... Ложкой медом по лбу дадут, когда ты заплатишь, чтобы этим не занимались. Ну да. Ты от этого лучше станешь? Ну да. Чем? Тем, что я истребляю такую нечисть, как вы. Я становлюсь нечисть, лучше. Нечисть это у тебя дома находится всегда. Да нет, ну а как вас назвать? Вы, блин, такую чушь несете, святое задеваете, матерей, детей, блин, у вас... Я не знаю, как вас назвать. Что? Ты что, сейчас снимаешь или что? Да какой снимаю, я в больнице лежу. Что, реально? Угу. А что стало? Собаки покусали, говорю. Ты что там, переживаешь, что ли, за меня? Блядь, а кто же стрим будет делать? Ой, ты думаешь, я тут надолго, что ли? День-два выйду, продолжу. Блядь, ёбаный рот. Я-то думал, где мошенник, где он что-то ничего не снимает, где же антимошенник? Угу. Чё, приедешь навестить? Давай подъеду куда. Чё, мандаринки, пацанки взять? Да пару девочек по предоплате привезёшь. Пускай массаж сделают. Давай, ты реквизиты сейчас отправлю, сделаешь оплату, девочки подъеду в течение 20 минут. Главное не в течение, а в чечении. В течении, да. Да. Вот этот момент, течение, да. Именно главное чечение. В течение, вот этот момент уловил, да? Ну да, да, уловил. Там еще Малаховым надо не забыть поклясться, ладно? Малаховым? Ну, блин, в основном Малаховым же вы клянетесь. Это что, который вот этот вот, пусть говорят, что ли? Ну, я, если честно, не пойму, каким именем Малаховым. Есть же Геннадий, который мочу пьет, вот этот вот старый. Который... Я тоже не
здоровья. Будь здоров. А есть Андрей Малахов, который пусть говорят. Вот я не знаю, каким именно вы клянетесь. Мне вот тоже интересно. Алло. Да, что-то. Что там, обманул кого-нибудь сегодня? Не обманывал никого. Я понял. Я сам человек в этом мире. Ну да. Кстати, будем в шишки-мышки играть? Это в каком смысле? Ну как? Шишки-мышки — такая игра. Ты будешь прятаться, а я тебя буду искать. А сил-то хватит? Конечно. Хочешь, давай засекаем время ровно недельку. Через неделю лично на твой телефон я наберу. Не на этот телефон, а на твой личный номер телефона, либо на каких-то твоих приближенных людей, которых именно ты знаешь. Хорошо, смотри, там, где ты котов, мышей, ты кот, получается, да? Там, где мышей ты ловил, я там котов ебал. Вот это ловила. Типа пошутил, да? Ну, если честно, с юмором так себе у тебя. Да ладно. Не смешно. Блядь, ну ты же в больнице лежишь, мне грустно. Ой, блин, да я через день, через два дня выйду. Ты пойми момент, ты видишь, в больнице уже лежишь. Скоро в гробу будешь лежать. Ха-ха-ха-ха-ха, так смешно. Тебя заколдовали, он. Ты такая хохотушка. Порч будет действовать, Адон, но я тебе отвечаю за это, давай, да. Что ты там вот понял? Давай. Тебе по правде так смешно, что ли, не пойму? Охуительно. А чё не смеяться, чё, плакать, что ли, нахуй, бля? Сегодня, нахуй я плакал, нахуй, всегда радуемся, смеемся, охуеваем, всегда хорошо. Ну, всё, в основном охуеть, я так понял, в последнее время. Слишком большую сумму скидывают, вот это, нахуй. Кто куда скидывает? Тебе на донат. А, у вас зависть, да? То, что люди меня поддерживают. Да не, мне честно, плохо. Ну, в смысле, было у тебя пофигу, ты бы сейчас это не озвучил. Мы зарабатываем, ты зарабатываешь, ты тоже их наебываешь. Ты красавчик, отвечаю. А как кого я... Вы можешь рассказать? Что-то не могу понять. А? Как кого я наебываю? Рассказать, что-то я не могу понять. Да ладно, я тебе еще это объясню. Как будто ты не понимаешь, а не сознаешь. Ну тебе же не 15 лет, что вот это вот задавать, вот этот вот вопрос. Ты знаешь, о чем я тебе говорю. И люди, которые вот это вот слышат и знают, они тоже понимают. Давай, не включай вот это вот. Что понимают? То, что я пытаюсь наказать мошенников, у меня это хорошо получается, и люди... хотят меня поддержать, это на... При этом ты зарабатываешь, я тебе... А это минус? Зарабатывай, это твое дело, никто ничего тебе не говорит, это твое право. Ну, послушай, ну, один момент в любом случае, когда-нибудь на тебя найдут, ну, сам тоже должен понимать. Да кого вы найдете? Вы себя в жизни не можете найти. Ты вечером Заюша, утром положенец, потом смотрящий, ты себя не можешь найти, кого ты найдешь? А ты... Притворяешься, с кем ты притворяешься? Я человек. И греком, и чеченцем, и русским, и плетом каким-то. Хуй поймешь, то тебя собаки покусали, то-то там умер, то там тебя нахуй подскользило, то там вот так, то-то, что-то так. Ты, блядь, сам себя колочишь нахуй каждым днем. Ты не знаешь, уже с кем представиться, звонишь, блядь, вот этот голос делает. Ты, как всем противен. Блять, ну хотя бы там, не знаю, мобилу какую-то купи себе, чтобы живой голос был, блядь, честно, уже все твой голос... Чё за мобилу, по совету? Я купил вот эту фигню такую, отдельно подсоединяется к телефону, меняет голоса. Но она мне не нравится. Такую мобилу, которая у нас мобила, она стоит больших денег, тебе не по карману. Ой, вот это вот маленькая Сазона, которая... Это германский телефон, он такой стоит. Под заказ делают, он через чистого золота, понял? Как касса, да? Да, и касса сама тоже чистого золота, понимаешь? Она там вся бриллиантовая, она такая прям вся. Я понял. Ладно, блин, если честно, не очень интересный диалог. У меня тут процедуры сейчас будут. Ты что, ты на жизнь больше? Чего?
Один из больниц подают. Ну, в палате один. Ты себе платную палату взял? Да нет, не платную. Ты 500 рублей получишь за сутку. Ебаный рот, ты что, нахуй разбогател? Ну окей, платную. Ладно, давай, что-то дальше. Давай, мы эту команду. Мы тут тоже команда. Давай. Да,